Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Гримсал. Готовится глобальное обновление по Гримсал, я думаю, оно вам понравится. Сейчас я вам о нем немножечко вкратце расскажу. Ну что ж, ребятки, появится наконец-таки ключ. Ключ от подземелья отрекшихся. Давайте я покажу, где это подземелье само находится. Так, подземелье находится у нас где-то вот здесь, да, точно. Подземелье отрекшихся. Наконец-таки будет ключ, и мы с вами можем попасть в подземелье. Сейчас покажу, как примерно будет выглядеть это подземелье. Ребят, примерно вот такие наброски будут подземелья, которые будут в новом обновлении. Это будет очень круто, ребят. Обновление будет разделено на две части. Давайте я уберу картинку. Ну что же, ребят. В первом обновлении, которое выйдет буквально на этой неделе, это очень круто, ребят, на моем канале будет это видео по новому обновлению, так что обязательно подпишись, поддержи лайком, вот, я буду, возможно, один из первых, я вот смотрел, Флоки тоже снимает, я думаю, он тоже снимет, конечно же, вот, ребят. В новом обновлении будет какое-то испытание. И вот в этом испытании можно будет получить этот ключ отрекшихся. Это будет прикольно, интересно. Я постараюсь пройти это испытание. Вот. Ну, так как, ребят, обновление очень-очень большое, и разработчики не успеют это все быстро сделать, поэтому они решили на этой неделе сделать вот нам первую часть такую простенькую, а уже во второй части... будет реально круто, будут, видимо, эти сами катакомбы, подземелья отрекшихся, и там уже будут самые ценные призы, как обещают, самый ценный лут, самые ценные награды, можно будет в подземелье с вами найти. Я обязательно сниму видео по этому обновлению, это будет прикольно, это будет интересно, и мне очень хочется посмотреть, что же там будет. Ух ты, напали. Мне кажется, у меня меч сейчас закончится. В общем, крутое обновление. Блин, все. Боже мой, зачем я пришел на эту локацию? У меня же ничего нету с собой. Ребят, вот вам еще одна информация. Уровни в подземелье будут рандомно генерироваться. То есть каждый новый поход будет отличаться от предыдущего. Это, мне кажется, тоже очень круто. Я пришел вот сейчас к другому игроку. Думал, может быть, у него что-то появилось, но у меня нифига не появилось. Надо будет его зарейдить. Такой маленький домик. Что у него там такое? В общем, ну это прикольно, согласитесь. Не будет от какого-то однообразия. Будет постоянно что-то новое. Каждый поход будет отличаться от предыдущего. Это тоже реально круто. Разработчики обещают, что в новом обновлении локации будут очень привлекательные. Вот, разнообразные. Чтобы нам всем нам понравилось. Это будет интересно посмотреть, заценить, что же они нам сделали. Я, ребятки, уже собрал три корня мандрагоры. Я не знаю, я пока что коплю. Может быть, нам пригодится в испытании, оно может пригодиться в подземелье. Давайте пока что подэкономим. Домик у меня не очень такой уж хороший, но... Так, ну жить можно, в общем. Надо будет побольше ящиков. Ящики нам тоже очень сильно нужны. Пожалуйста, ребят, меня не рейдите, не рейдите только. Хотя, ладно, рейдите как хотите. Так, ребятки, давайте скрафтим нам меч. Меч нам пригодится. И пойдемте на локацию. Это давайте назад поставим. Ну что ж, будет интересно посмотреть на это обновление. Жду не дождусь. Поскорее бы оно вышло. Так, нам надо... Мы пить хотим. Надо попить. Так, так. Это нам надо будет в колодец фляжку поставить. Отлично. Давайте новое заберем. Так, вот. Это сюда поставим. Меч давайте наденем. У меня уже 38 левел. Это очень круто. Мы уже, по сути, сможем создать пороховой заряд, чтобы зарядить. Но нужно черный порох очень много. Так, а порох делается не так-то уж просто. Нужно будет... Нифига себе, нам надо будет 5 штук. То есть нам надо будет 10 каменного угля, 10 серы. И сколько получается? 30, да? 30 селитры. Офигеть. Офигеть. Просто.
В общем, это самая главная задача будет в новом обновлении, которое вот-вот уже скоро выйдет. Раз обещали на этой неделе, я думаю, может быть, к выходным они сделают. Событие какое-то произошло. Давайте посмотрим. Кстати, давайте сгоняем на это событие. Вот. В общем, самое главное, нам будет пройти испытание. Испытание, я думаю, будет нелегкое, почему-то мне так кажется. Вот, если мы пройдем, мы получим с вами ключ. Ключ от этого погреба, от вот этого подземелья. Подземелье отрекшихся. Кстати, вот подземелье отрекшихся будет. Окей. В этом обновлении. Наверное, в следующем обновлении, то есть во втором, будет уже подземелье истязателей. Тут трофеи намного круче. Смотрите, какие 4 коробки. Это значит очень такие ценные трофеи. Так, ну а тут у нас 3 всего лишь. Окей. Фу, я не знаю, пройду я это испытание или нет, но видео я в любом случае сниму, и я постараюсь пройти, я просто обязан. Так что, ребятки, пожалуйста, поддерживайте меня лайками, подписывайтесь на канал. Как выйдет обновление, я тут же примусь проходить это испытание, и посмотрим, докуда мы с вами пройдем. Также, ребятки, на своем канале я снимаю Last Day, Jurassic Survival, так что, если нравится, обязательно подпишись. Особенно, ну, Jurassic Survival сейчас очень стал часто читать, я просто... А, боже мой. Хотел прочитать и про Jurassic говорю. Играть в Jurassic Survival стал часто. У меня там уже 50 с чем-то левел. Ну, Last Day тоже набирает лайки, поэтому Last Day я тоже снимаю, ребят. В общем, вот эти три игры будут на моем канале. И та игра, которая будет больше всего лайков набирать, просмотров, на ту игру я буду чаще снимать. Ну, в общем, прислушиваюсь ко всем вам, ребят. Пишите комментарии. Не факт, что я, конечно, все отвечу, но я стараюсь отвечать. Так что пиши, и ты можешь дописаться. Так, по возможности, конечно, отвечаю, там советы даю. Скоро у нас 39-й левел. Кстати, а что у нас будет? На 40-м левеле, давайте посмотрим. 40-й левел можем... модные штаны прочитал. Медный шос сделать. Высокие сапоги. Ух ты, пришел. Хорошо, что не ночь. Ночью ночной гость к нам заходит. Я думаю, надо все собирать, это все нам пригодится. У нас уже заканчиваются ресурсы. Блин, смотрите. В штанах одних. В трусах, точнее, от них. Волнуюсь, ребята, волнуюсь. О, ну-ка. А ты тоже, смотрите, без всего. Я думал, у тебя что-то можно будет взять. У тебя тоже нифига нету. Я все возьму. Все возьму и... Блин, хотел скинуть. Ладно, окей. Сейчас кому-нибудь из них скинем. Не нужно, так сказать. А, там ведьма плачет, к ней лучше не подходить пока что. То она натравит. Ух ты ж, нифига себе. Я думаю, не стоит подходить. Смотрите, как много мобов вокруг нее. Давайте мишку завалим. Второй мишка меня не услышал, это хорошо. Ах ты. Вот этот гад меня завалит. Давайте лучше убежим от него. В общем, ребят, ждем обновления. Либо оно уже вышло. О, новый левел, отлично. Только, блин, броня, все, хана моей броне. Что, ребят, кстати, вы думаете по этому поводу, по новому обновлению? Ждете вы его или нет? Что вы думаете, что там будет конкретного? Вот, обязательно пишите свои догадки в комментариях. Я потом почитаю. Так. Что у нас тут? Давайте. Вот это все съедим. Кстати, его может стошнить, если вы ягоды много едите. Его может вырвать. И это не очень хорошо. Так, это давайте отдадим. Это возьмем. Раз, два, три. Пока что съедим. Отлично. Так что, ребята, если хотите ягоды есть, лучше отбегайте, ну, ближе вот к краю. И тут кушайте, потому что чтобы вы доползли до сюда и вас не успели убить. Так, тут же события. Нам надо все-таки добраться. Добраться до лута. Так, заберем все. Ну-ка, вот. Там же этот гад, сволочь. Мне надо по-любому сюда. Прокаженный.
Надеюсь, он не услышит. Давайте, давайте за... Давайте вот так отойдем подальше. Услышал, гад, смотрите. Я знаю один способ, как все-таки достать лут. Нам надо его отвезти подальше, смотрите, мы его сейчас отводим. Сейчас мы на изи это сделаем, в принципе, у меня покушать есть, что это очень хорошо. Так как он медленный, мы с вами легко это сделаем. Я боюсь, потому что я без брони. Было бы у меня броня, я бы, в принципе, его убил легко. А без брони, возможно, я убью, но я потрачу всю свою хавку. А, смотрите, там еще кто-то идет. Прокаженный, твою же мать. Я успею открыть, успею по-любому. Все, открываем. И отбегаем. То есть надо такое действие два раза совершить. Потому что с первого раза вы просто не успеете все взять. Опять оббегаем, ребят. Это очень, кстати, действующий хороший способ. Не знаю, будут фиксить его или нет. Но хотя, как они его пофиксят, по сути? Они сделают ему скорость, прибавят, что ли, быстрее? Да что ты будешь делать? Гад, смотрите, какой вот гад вообще. Так, давайте немножко покушаем. Надо все делать очень быстро. Очень-очень-очень быстро. Так, забираем все. Палка нам не нужна, давайте вот это возьмем. Вместо чего? Вместо перчаток. Ух ты, нифига себе, он меня два раза ударил, вы это видели? Два раза гад меня ударил. На, лови, ребят. Ну лут мы забрали. Палка мне не нужна была. Надо было проволоку тоже не брать, только... Блин, зря мясо потратил. И могли меня вообще убить, просто прикончить здесь. Так, смотрим, что взяли. Да фигня, вот Моргенштерн был бы... Я понимаю, был бы у него много... Ну, то есть он не был бы сломанный. Так как он сломанный, не очень хорошо. Серп тоже фигня. Блин. Блин, зачем я сюда, короче, шел? Так, ну окей, ребят. Самое главное, я вам хотел просто поделиться обновлением. Ну, пока что тут... пешочками, думаю, пройдемся. Подготовлюсь, ребят, к этому событию. Надеюсь, получится у нас все. Надеюсь, мы с вами, так сказать, выиграем это испытание, получим ключ, и уже потом пойдем с вами, наконец-таки, в это подземелье. Посмотрим, что там будет. В общем, ребят, такое вот обновление. Ждем обновления. И всем до скорого. Пока-пока.